Когда я начала заниматься производством, я стала задавать себе вопросы о том, как это влияет на экологию и на нашу планету. Безусловно, сфера моды – одна из самых опасных и вредных для мира. Тем не менее, единственный возможный путь, который может спасти эту ситуацию – это осознанное потребление и изменение концепции всех брендов на более экологичную и этичную. Абсолютный парадокс, что чем больше я работаю в сфере моды, тем меньше покупаю одежды, тем более дешевой одежды. Сейчас я работаю над созданием экологичной обуви и надеюсь, что мы сможем изменить и эту сферу. Всю ненужную одежду я отдаю на благотворительность. Или, конечно, иногда отдаю своей сестре. Я верю, что покупать качественные вещи намного более экологично и осознанно. Ведь мы носим их намного дольше, соответственно, тратим намного меньше ресурсов Земли.